Всем привет, ребята, всем привет, с вами я Хомплей, и сегодня со мной мой друг. Поздоровайся. И, в общем-то, так, стоп, как с F5 выйти? О, всё. И, в общем-то, сегодня мы решили поиграть, ну, как это спонтанное решение было, я просто зашел и решил, типа, новую рубрику сделать, позвал друга, и, в общем-то, сейчас вот... Я упал, походу, под поезд. Выпустите меня. Я под поезд упал. Тут лестница есть, но она закрыта блоком. Помогите. О! Кстати, IP сервера будет в описании. О, я, кажется, нашел выход. А, нет. Да, что это такое? Вот что это такое? Ты где вообще? Я вообще в какую-то коробку провалился. Так, сейчас. А, стоп. Я же, по сути, могу прописать вот так и... И да. Так, еще 3 секунды и... Да. Все, я, короче, выбрался. Так, надо... Что тут вообще делать? Да. А. Так, смотрим в меню. И получается... На, рассматриваю. Я музыку включил. О, чел на мотоцикле едет. А, там еще один сидит. Я думал сесть, я так делал. Короче, чел едет какой-то, я к нему быстренько подсел, так, тихонечко. Опа. Догоняй, догоняй. Ну, да, наверное. Так. Догоняй, сейчас сядем в эти тачки, правда, они что-то какие-то быстрые. Опа, стой, 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 стой. О! Садись. О! В смысле? У этого донатера откидывание, в смысле? А что-то как-то мы едем быстрее. Чё нафиг? Он меня вышвырнул. Я еще раз к нему в машину. Видал? О, к этому сел теперь. У этого донатера откидывание, чё типа. Куда ты меня пнул? Стой! Стой! Стой, вертолет! Так. Да я пытаюсь вертолет сесть, он меня пинает. Опа! Это чё? Палка полицейского. Прочность 1. Замораживает на 5 секунд. А что будет, если я к тебе подойду и вот так сделаю? Стой. А что она делает вообще? Я что-то не понимаю, что она делает. Не, она что-то не замораживает нифига. Ладно, надену себе компьютер на голову. Не, она, походу, не работает у меня. Она у меня, походу, не работает. Потому что я не полицейский. Так, короче. Давай создадим банду, как тут. Банда. Какой крипер? Я забыл. Это... Ну, какой, допустим, название какое там. Так, и недостаточно средств для создания клана. Понятно. Так, но я нашел, как включать музыку. Это уже...
это уже, наверное, что-то хорошее. Так. О, Gravity Falls нашел, все. Кто смотрел этот мультик, ставьте лайк. Я поставлю. Какой? В смысле джетпаком. Так. Ну да, свадьба, но не хватает места в инвентаре, воспользуюсь джетпаком. Ой, я к челу сел на мотоцикл. Так, надеюсь, это не донатер? Нет, это не донатер. Куда тебе? Так, сейчас напишу. Допустим, в школу. Так, там еще какой-то чел, он бегает. А чем мы так быстро едем? А как? Так, этому челу можно леща дать? Я пытаюсь, но что-то, походу, нельзя. А жаль. Как встать с этого фигни? Так, о, все, наконец-то. Все, убегать. Бежать. Так, сейчас ТП кидай. О, а, вон, я тебя, кажется, вижу. У тебя книжка на голове, да? А, ой, я тебя вижу, вижу. Привет. А, вон, лучше бежать от него, он странный. Так, вот здесь, короче, ночной клуб. Заходим, и походу он работает только ночью. Ой, ой, я нажал на зелеварку, и теперь я какой-то странный. Ой, ой, вот тут, вот. Ребята, мы не пропагандируем ничего такого, это просто игровое РП. Или как это, блин, называется правильно. А, опять этот чел на мотоцикле. Так. А что, получается, нам надо делать? Получается, ну где-то надо найти работу, ну как ее найти? Так, сейчас. А там есть такой пункт? Я просто что смотрю. Топы сервера, контракты. Контракты — это интересно. Так, а можно как-то на конкретного человека поставить контракт? Так, стоит. Так, где? Так, сейчас. Паспорт. Так. Паспорт. Так, да что ж, я неправильно пишу. Паспорт. Ага.
Покажите паспорт. Ты где? Ты на спавне? Спавн. Так. Так, вот я приперся. Так, здравствуй. А у меня он просто белый. У меня он просто белый. Так. Попрошу вас показать паспорт. Давайте. О. Ой, я себе забрал паспорт. А-а-а. Так, все, текаю с города. Не, не хочу. Не хочу, не хочу. А у меня паспорт пропал из инвентаря. Я его потерял, походу. А, жаль. Ладно, а как тут с поезда выйти-то? Тут вон целая система. Так. Тут у нас, получается, что нам? Квартиры. Есть квартира за $800? Походу нету. Жаль. Так, я нашел книжку, которую выбросил. Так, работы. Угу. Шахтер? Давай. Так. О, мотоциклы. А, у меня нет ключей. Тачка даже есть. А, ну да. Я взял 3 блока угля, получается. Ничего. А. Так, вот я все сдал, получается. Так, отсюда могу? Нет, отсюда не могу. О, тут чей-то байк закопанный. Я его откопал. Почти. А, он обратно закопался. Так, всё. Так. О, я гимн России поставил. Здесь в менюшке есть функция типа Music. Кстати, я тут пытался дать леща хелперу. Он такой пишет мне: знаете что, в нашей столице не запрещены смертные казни. После этого я перестал пытаться дать ему леща. О. Так, а тут есть? Из Спанч Боба мелодия. Так, ну-ка, ищу. Блин, есть из «Ну погоди», но нету из «Спанч Боба». Вот как так? Да вообще.
Да, ребят, давайте админам вылазить за спамим, то что надо песню из Губки Боба добавить. У меня теперь 58 палочек полицейского. А ты откуда их взял? А, ну ладно. Жалко, что они у обычных людей не работают. Это как-то даже грустно. Ну да, ну по сути, если обычный человек в реальности найдет этот палку какую-нибудь, то он по-любому сможет ударить, но как бы как-то странновато. Так, ладно, я устал быть грузчиком. Пойду на спаун, поищу нормальную профессию. Так. Вот я на спавне. Так, тут всякий хлам валяется. Его лучше не подбирать. Так, тут какой-то ОМОНовец стоит. Еще один ОМОНовец. Уйё! Они начали стрелять по мне. Правда, урон не проходит, а так ладно. Так, я, кажется, ему дал леща. И что-то они на меня смотрят с какими-то золотыми лопатами. Так, я лучше пойду. Они тут что-то стреляться начали. Я лучше пойду вон. Так, работа в мэрии. Высшее образование в школе надо. Так, где тут школа? Как? Так, ага, навигация. Мэрия, школа. Так, и получается мне куда? Где? А, туда. Погнал. Ты, мне кажется, и так научился, у тебя книжка вместо головы. У меня есть компьютер, я программист. Так, ну... о, у меня 4400 этих долларов, или что это такое? Так. Бежим. Вот я впервые вижу, чтобы вот люди так радостно бежали в школу. Я думал, это возможно только в мультиках. О, палочки. Забираю. Меня тоже пнули. Тачка, тачка, тачка. Ключи нужны. Блин, жалко, что тут нет профессии угонщик. Хотя, может, и есть. Так, о, байк какой-то. Понятно. Так, получается, нам еще сколько бежать тут, непонятно. А, нам туда надо. Так, это школа? Ты где вообще? А, ты уже внутри. Так. Сдать экзамен. Тысяча за... пойдем-ка отсюда. Здесь учитель какой-то обнаглевший, он 1000 за экзамен просит. У меня 4. Так, ой, меня куда-то телепортировало. Где? Что делать? Мини-игры. Так, мне кажется, это мини-игры. Так, что такое ТК? Террорист Кирилл. Убийство члена своей фракции. Понимание игры. Секретный код. Так, стоп, что? ТК. Мне кажется, секретный код. 4, допустим. У кого есть право набрать людей? Во. Так. Что-то все время все пишут.
Кого я справа набирает людей во фракцию? У лидера фракции, в которую вы хотите вступить. Мне кажется, у лидера. Так, допустим, один. Так. Какие работы являются государственными? Банды, мафии, мэрия, больница, полиция. Два. И что такое РП? Игра по ролям. Ручной пулемет. Речь президента. Рука папы. Но мне кажется, игра по ролям. Здесь один. Так. Что такое ДМ? Убийство без причины. Дед Максим. Директ маркетинг. Дед Марч. Так, мне кажется, это убийство без причины. Один. И мне кажется, по экзамену я тоже один получу. Валюта в штате. Наверное, доллары. Так, допустим, 4. Допустим, 4. Что такое УК? Угольный комбайн, уголовный кодекс, управление кадров, усталый капитал. Мне кажется, этот. Либо уголовный кодекс, либо управление кадров. Ладно, уголовный кодекс. Сколько сейчас вы можете купить в своем распоряжении? Ну, допустим, 3. Так, это какое у нас? А, это первое. Ну, что обозначают команды ми и ду? Ага, покупка нужна. Отыгровка РП. Так, да что ж такое? Тут все пишут. Невозможно сосредоточиться на экзамене. Так, стоп. А если я попробую прописать ми? Так, что-то не работает, нифига. Ладно, так, допустим... один, допустим. Вы получили среднее образование. Почему не высокое? Не высшее, или как это называется? Так, ты где? А, вон. Я в окно тебя вижу. Так, я могу разбить окно? Не, не могу. Так, сейчас я приду, буду ответы подсказывать. Среднее. Ну, там трудный вопрос сильно. А почему экзамен сдается в столовой? У меня такой вопрос. Ой, испугался. Так, фастфуд. О, фастфуд. А где повар? Это грустно. Я жрать хочу. Дай еды. Этого недостаточно. Опа, а это что? Доска почета, и тут никого не висит. Так, надо что-то искать. Пойдем на спавн работу искать. Спавн. Так. Так, ой, прошел мимо него. Так, подработка шахтера, подработка на свалке, подработка дровосека, образование рук. Ага, так, а есть среднее образование есть? Не, работа со средним образованием. О, подработка паркурщик. Давай. Погнали паркурить. О, он прям рядом со спауном. На плиту встаешь вот так вот. Ага. Вы издеваетесь? Стеклянные панели, да? И типа это... И типа я умею паркурить, да? Меня под лавкой заспаунило. А у меня опять стеклянные панели. Что за издевательство над хомяками? Так. Еще и второй нету, походу. Потому что... А, нет, есть он.
Да. Ну, можно... О, наконец-то блоки. Зеленая шерсть. Ты что? Я прыгнул на блок, и там какой-то барьер стоял. О, опять блоки. Так. Прыгаем, прыгаем. Вот сюда прыгаем. Сюда. И так и на квартиру заработаем. Или хотя бы на байк. Так, я пока что прыгаю. Интересно, тут может там, типа, там, допустим, не знаю, 50 блоков пропрыгал, там донат кейс, допустим. Ой, я что-то упал, походу. 22 блока. А жаль. Так. Банды, оружейник. О, оружейник. Я хочу Desert Eagle купить. Стоп. Мне кажется, или мне хватает на Desert Eagle? А, нет, ну, не хватает немножко. Ну, плюс-минус 10 тысяч. У меня 4 500. Так, паркурщик, дровосек, шахтер и на свалке. Так, где больше всего доход? А на шахте прям нормальный доход. А в мэрии такой, ну, хороший доход в мэрии, однако. Так, стоп, шахтер. А чё он тут стоит? Что он делает, типа? Ой, реально, тут байк закопан чей-то. Выпустите! Меня в угле замуровало, выпустите меня. Откопайте меня кто-нибудь. Я тут буквально в одном блоке. Выпустите. А еще. Помогите. Да блин. Еще один блок закрылся. Что за издевательство? Выпустите. О, спасибо. Ура, меня вот этот Алексей выпустил. Спасибо тебе. Вот тебе палочки бесполезные. Вот тебе, не знаю, стейк. Это самое ценное, что у меня есть. А, мне надо отнести. Так. Бегу относить. Так. Сдал все. Теперь бежать. Оп-оп. Так, стоп, третий. Кстати, тут прикольно. Но как откопать этот байк? Я его пытаюсь откопать. Откапывайся, байк. У меня нет ключей. Ну кто сюда загнал его вообще? Что это такое? Интересно, какой чел такой счастливый, что просрал байк? Как его? Я его, кажется, толкнул. Ура, всем выдали зарплаты. Только мы пока что не на работе, а на подработке.
Так, у нас есть палка полицейского. Прикольно. Опа, там еще какая-то ямка появилась. Так, Помогите. О, спасибо. А что вот это за дыра? Вот так вот, я повернул байк. Стоп, я его, кажется, реально толкаю. Но я его толкаю в уголь. Ой. Выпустить. Тут один блок и кошка осталась. Вот ты сейчас просто посмотришь и посмеешься очень хорошо. Нормально, знаешь ли. О, теперь нормально. Так, пойду сдам этот уголь. Опасная работа, однако. Так, кто мне тут в ВК пишет? Я... Не пишите мне в ВК, когда я ролик снимаю. Так, как выкопать этот байк? Я его толкаю, но я его толкаю в уголь. Ага. Так, а их вообще можно толкать? Типа... так их толкать нельзя, походу. О, смотри, чел спрашивает в чате, кто может за что угодно скинуть стока. Купить донат на сайте. Опа. Стоп, что? Заправлять машину, Остаток топлива. Я что нашел? Так, ключа от байка нет, а я его могу заправить. Как-то нечестно. Да блин, кто мне ВК пишет? Так. Так, я куда-то поднялся. Так. Так. Так, что это за странная лестница, то ли что это? Ну-ка. Главное не упасть вот на последнем блоке, как я это люблю делать. А это что, обычный фонарь? Зачем я на него залез? Так, как? Так, стоп, еще блок нужен. Интересно, у меня одного весь день играют всякие новогодние песенки в голове. Это хорошо. А, кстати, ребят, чуть не забыл сказать, я что-то вообще тут завтыкал. Я же сделал временный сервер, пока основной анархосервер настраивается. Я сделал что-то вроде такого, как сервер, но он как обычный мир, без ничего, то есть без никаких лишних плагинов, просто выживание. То есть там вы в любой момент можете со мной поиграть, ну, естественно, когда я в сети, ну, и когда сервер не выключен. А так там играю я, ну, много. Подписчики, собственно, ну, в общем-то, IP я оставлю, собственно, в описании, как и вот этого сервера, на котором мы сейчас снимаем.
так и сервера, на котором, возможно, скоро ролик выйдет. Да. То есть, возможно, там, ну, типа, хардкор с подписчиками, вот ничего не говорит такого интересного. Это будет отлично. Ну вот, хардкор с подписчиками, скорее всего, будет, но вот есть проблемка то, что, ну, некоторые не могут зайти, потому что там, я не знаю почему. О, печеньки. Так, забираем. А можно еще? О, спасибо. У меня полстака печенья. Так. Сколько? Стоп, а у меня... Да, блин. Помогите. Попа, печеньки. Я пытался подобрать печеньки, и меня вышвырнули чисто. Шо? О, я успел сдать уголь. О, да, кстати. Только вот они, конечно, пельмени. Взяли, кидают печеньки, а подобрать мы их не можем. Как-то вот видно. А главное, за что? Вот реально кидают печеньки, и я опять под поезд упал. Они меня опять толкнули под поезд. О, привет! А вот сейчас проблемка. Посмотри вот в сторону поезда. Вот сюда. Меня за поезд вышвырнули. Пустите меня обратно. Я работать хочу. А, стоп. А, тут, кажется, можно пройти за вагонами. Да, можно. Ура. Ура. Да. А вот теперь посмотри за поезд, да? И вот прям сюда. Меня за поезда зашвырнули, причем так далеко, что забор какой-то стальной перелетел. Я еще в какую-то яму со льдом свалился. Выпустите меня отсюда. Привет. Там можно было выйти, оказывается. Так. Опа. А, сюда запрыгнуть нельзя. Интересно, кто владелец этого мотоцикла? Тут можно как-то посмотреть-то? А он не придет, скорее всего. Так, сейчас главное успеть сдать. Да блин! Меня вообще куда-то за шахту вышвырнули. Какое-то издевательство. Так. Они сдать не дают. Да что вы издеваетесь? О, я сдал. Да. Меня зашвырнули за эту стену вот так вот. Так. Собственно. О, ура, всем выдана зарплата. Так, наконец-то я оттуда выбрался. И я все-таки хочу как-то откопать этот мотоцикл. Потому что если я откопаю... Опа.
Там какой-то прикольный этот. Ямка. Пустите туда меня. Пока пытался пробраться в ямку, меня опять замуровали. Там прям такая прикольная норка, прям как для меня. Почти. Так, о, да, сдал. Где я? Да вы издеваетесь. Опять за поездами меня выкинули, значит. Я не хочу тут сидеть. Я свободный хомяк. Я делаю, что хочу. Что это валяется тут? Мои предметы не подбираются. Что за анархия? Печеньки. Меня снегу. А, во все. Вылетел? Понятно. А меня опять откинул донатер, но у меня не вылетело. Слава богу. Кстати, хочешь прикол? Да вы издеваетесь опять на эту стену. Короче, у меня на максимальной прорисовке чанков у меня ноутбук. Причем, ну такой, не самый сильный ноутбук. У меня на максимальной прорисовке чанков вообще не лагает. Хотя на многих хороших компьютерах лагает. Вот как-то вот странно. Так, у меня уже 14700. Ну, я богатый. Пустите. Они прям отбивают нас, как волейбольные мячики. У меня пинг 78-76. В табе нажимаешь, там в самом низу. Так, стой. Меня сдать! Да вы издеваетесь, что ли? Да что ж такое? Опять... Что за... Я вообще под землей. Ты меня видишь? Это как работает? Что это такое? Так, сейчас джамп. Нет, что-то не работает. Как? Спавн. Так. Они прям это выкопали, так что это... Как называется эта фигня? Чтоб все туда упали и чтоб не сдавали, типа, уголь. Так, там какой-то, походу, алмазник, да, пришел он с ними разбираться, а они его пинают. О, сдал! Пока один отвлекся, я быстренько подбежал, такой под шумок. Так, сейчас я их пинаю палочками полицейских. И меня закинули в вагон. Чисто в вагон меня закинули. Леща! Не, опять куда-то выкинули. Все, леща дать. Дал леща. Так, еще одного леща. Дал еще одного леща. Так, ну что-то... Таня мне выбраться отсюда не дает. Что это такое вообще? Издеваются над хомяками. Это запрещено. Запрещено правилами чего-нибудь. Так. Да хватит. Да блин, они мне выйти не дают из этих поездов. Я только вышел, они меня опять туда пинают. Что это такое? Да.
Меня опять в вагон закинули. О, ура! 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 Я выбрался. Какая? Где-то, мне кажется, 50. Рил 50 тысяч. Так, стоп. Мену прописываю. Мену. Так. И чё? Стоп. Ой. А! А! Что за? Чего? Я нажал выезд за город, и меня тэпнуло на какую-то локацию пустыня, где я могу ломать блоки. Прикольно, однако. А здесь Set Home работает? Здесь Set Home есть. Так, это идеально. Спавн. Это ж идеально. Главное, чтобы тут еще приват работал. А так, в принципе, прикольно. Так, стоп. Меню. Так. Меня сбили на мотоцикле толмазник. Что-то он не очень помогает. Так. Квартира. А, на квартиру 500 тысяч надо. Дороговато, однако. А, да что-то не вижу. Так, что тут? Паспорт, оружие, напитки, навигация, контракты, топы сервера, квартиры своей банды. Вот квартиры. 750. Вот есть. Недорогая квартира. Получается, 750 тысяч нам надо на квартиру. Это самое дешевое, как тут я вижу. А, ну. Ну, как 500 тысяч еще вроде есть. Я успел задать. Так. Юху. Так. Мотоцикл. Когда-нибудь я его откопаю. Наверное. Я хочу включить музыку из Gravity Falls опять. Да. Так, это ж... Вот так. Правый клик. И что-то правый клик не работает. Я забрал себе музыку в инвентарь. Сервер лагает. Тут в воздухе завис. Меня кикнуло. Программа на вашем хост-компьютере разорвала установленное подключение. Чего? Кого? Я вообще с сервера выкинул. Да как вообще? Unknown host. Чего? Короче, ребята, произошла какая-то техническая шоколадка. Меня полностью выкинуло с сервера. Ну, то есть вообще полностью. Я не могу теперь зайти. Но, собственно, ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами были я. Короче, мы были с вами. Спасибо, что смотрели этот ролик. Подписывайтесь. Спасибо за просмотр. До свидания всем.